Знаешь, как мужик приходит в банк, говорит, я хочу суду у вас взять, там, 2 миллиона. Тут говорит, пожалуйста, хоть 3, блин, только объясните, на какое целевое направление. Тут говорит, хочу открыть клуб для голубых. Тут говорит, вы знаете, мы на такое деньги не дадим. Говорит, да вы что? У нас же, посмотрите, сколько пидорас там, блин. Это же везде. Вот смотрите, в полиции, в Верховной Раде. Это везде пидорасы. Да, я за год отобью эти бабки, отдам вам. Нет, вы извините, мы на такое денег не дадим. Не дадите, да? Ну хорошо. Я все равно найду и построю клуб для пидорасов. И вы заходите. Поехали!